Доброе время суток, уважаемые родители. Сегодня мы опять в нашей такой импровизированной студии. И сегодня у нас в гостях Юля, мама Маши. Вот они с мужем Валерой приехали к нам из далекой холодной Швеции. Юлечка, ну, отогрелись немножечко? Да, здравствуйте. Очень тепло нас встретило Израиль. И ну вот, да, и мы сегодня тоже поговорим. Вот, Юль, очень интересно, здесь уже перебывало довольно много родителей, довольно много детей в нашей студии. И вот как бы несколько слов об истории Маши, о том, как она вот появилась, что случилось, как вот вы это дело почувствовали. Вот так кратенько просто о себе. Ну, Маша сейчас на данный момент 3,5 года. Она у нас, в принципе, ребенок запланированный. Мы ее ждали. Не первая. Но перерыв у нас достаточно большой между детьми. 7 лет. Ну, что хочу сказать. Ну, родилась, вроде бы, все в порядке, все хорошо. Ну, и где-то вот я лично 1-1.5 года начала замечать, что что-то не то. То есть ты одна стала замечать, никто как абсолютно бы не видел? Абсолютно, да. Вот и здесь остановимся. Скажи мне, вот ты, мне всегда этот вопрос интересует, ты как бы носила это в себе или ты стал делиться вот с мужем, с близкими? Вот. И как они это восприняли? Ну, я, конечно, делилась со всеми. У меня было состояние очень нервное. Но меня все, в принципе, и муж, и родня, все говорили, ты себя накручиваешь. То есть и только 1.5 года. Никто не верил. Да, никто не верил. Абсолютно. Но уже где-то в 2,5 года, по прошествию года, они уже, в принципе, со мной даже в 2, я бы сказала так. Согласились. Вот еще одна как бы остановка на нашем пути разговора. Почему? Потому что, вот смотрите, не первый раз мы это слышим, и я обращаюсь к тем, кто как бы вот планирует детей, кто вот или там внуков уже, что мамы всегда первыми за гораздо долгое время они начинают ощущать, что что-то происходит, и им никто не верит, и теряется время, теряется вот иногда годы, ну вот в случае Юли и Маши год, да, потеряли для того, чтобы вот что-то предпринимать. Поэтому, опять же, да, вот, как говорится, учитесь на чужом опыте, хотя человечество не очень это потенциально может, но все-таки вот услышьте, что если мама чувствует, что что-то не так, как говорится, лучше перестраховаться и начать работать. Да, Юлечка, извини, я перебиваю, но так, как комментарий. Угу. И дальше. Ну и вот где-то в 2 года, то есть мы уже поняли конкретно, что проблемы есть, проблемы большие, и начали искать какие-то пути. Я, конечно, все равно, то есть я однозначно читала много в интернете, я понимала, наверное, большой был страх, что это аутизм, и каждый раз у меня это подтверждалось в моей голове. И что же все-таки было? Уточним, что же вот, что заставило тебя, какие проявления заставили тебя подумать, что что-то не так? Ну, во-первых, очень много было разных вещей. Это, во-первых, даже, в принципе, когда она была совсем маленькая, я замечала по другим детям, что они показывают пальчиком другим. Вот, мама, посмотри. Вот такое вот. У нее не было такого разделить радость со мной. Это самое такие первое начальное. Потом она начала говорить какие-то слова. После какого-то времени все скатилось на нет. Вообще все перестала говорить. Плюс это одна из самых наших главных таких проблем была. Это ее истеричность. Это истерики. Вот. Много моментов. И, конечно, отличия между другими детьми в развитии, однозначно. То есть она еще абсолютно маленькая, если сравнить ее детей такого же возраста, как и она.
Маленькая по развитию. Маленькая по развитию, да. И вот вы начали, да, искать, и тебе уже как бы с тобой согласились, да, близкие, ну, что-то не так. Вы стали искать, и вот интересно, как в Швеции, вот в этом плане, в плане диагностики, обследования, как вам удалось, как официальная медицина реагировала? Mm-hmm. Ну, в принципе, все довольно-таки стандартно, как в Европе, если так послушать. Если брать диагностику, в нашем иногда это затягивается на годы, в нашем случае это все очень быстро произошло. Поставили очень быстро диагноз. В плане, если брать, ну, не лечение, скажем так, коррекции, это тоже все очень стандартно, аутизм-центр и все. То есть все упирается исключительно в коррекцию. И однозначно. И вот такой момент интересный. Что ж тебя не устраивало? Ну вот дали быстро, вот пытаются как-то скорректировать поведение, и ну и хорошо. Ну ничего хорошего. Почему? Потому что, конечно же, я хочу, чтобы мой ребенок был здоров. Тут мы говорим просто о коррекции. Это никакого отношения к исцелению не имеет абсолютно. Но ведь официальная точка зрения, что аутизм не лечится. Ну, вот, конечно, то есть так как весь мир говорит о том, что аутизм не лечится, то есть, естественно, наверное, такое должно быть тоже. Вот, но мы-то ведь, по крайней мере, я, ищем другой путь, другое то решение. Ты все равно думала, да, вот до встречи с Давидом, где-то, может быть, подсознательно, что все-таки есть какой-то выход. Абсолютно. Ну и как же ты, вот, ища выход, вышла на Давида, на наш центр, вот откуда информация? Ну, все очень просто. Это мне подсказала моя подруга. Она, в принципе, у вас уже была здесь. Вот. И она мне рассказала, вкратце все рассказала, добавила меня в группу. И так получилось, что через какое-то время я дозвонилась Давиду. Даже нет, сначала я поговорила с девочками, не могла дозвониться до Давида. Я поговорила с девочками, которые были здесь некоторыми, много чего услышала, очень позитивного. И получилось так, что в тот день, когда нам объявили, что уже будут ставить диагноз, я дозвонилась до Давида. Юль, вот такой момент интересный. Ну вот у тебя была вот такая уверенность, что, ну, скажем так, что вы найдете путь и все. А как муж, как семья относилась вот к твоим, поддерживали ли, к твоим устремлениям, поддерживали ли они тебя или считали, что надо все это оставить, это никому не нужно, это, ну, что есть, то есть. Вот как семья была, вот близкие. Угу. Я поняла. Нет, моя семья и мой муж, и моя семья всегда говорили только вперед, мы ищем пути решения, конечно, то есть мы делаем, у нас такая постановка в семье, мы делаем все только для того, чтобы ребенку было хорошо, то есть и он был здоров. В этом плане тебя поддерживают. Абсолютно, на 100%. А вот когда ты столкнулась с Давидом, первый сеанс, вот, казалось бы, что было дальше, как... Допустим, муж отреагировал, ну вот я уже кого-то спрашивал, да, там на той стороне там какой-то дядька непонятный вообще, что происходит, вот, что-то такое вот совершенно не вписывающееся в общие рамки, не напугало? Я сейчас расскажу. Значит, во-первых, изначально муж уже знал, что есть такой центр до разговора с Давидом. Я уже об этом рассказывала, и моя подруга с ним об этом говорила. Вот, мы уже ждали разговора с Давидом изначально. Как я уже говорила, я дозвонилась до Давида в тот день, когда нам объявили о диагнозе. И я позвонила, конечно, вся... Ну, одно дело догадываешься, а другое дело, когда тебе уже говорят, вот, получи и распишись. То есть как приговор. Да, как приговор. И я позвонила Давиду, вся в слезах, и мы провели... значит, сеанс, и буквально сразу после сеанса я как будто бы взлетела. То есть вот я плакала, не могла, жизнь рухнула, а вот раз и
я себя отлично чувствовала просто. Я поняла, что есть выход. И вот мой муж буквально видел, как я рыдала. И здесь буквально абсолютно другое состояние, мое состояние. Ну, даже если он и не поверил, и на 100%, я уж не знаю, то, по крайней мере, он говорит, ну, хорошо, действует. Да, да, да. Решил, как говорится, ну, вот, ты хочешь, пожалуйста, да, вот, пусть будет так, как ты хочешь. Вот. И что было дальше? Вот, как бы, это реакция твоя, а как продолжались ваши встречи, как была реакция Маши на это дело, что-то менялось? Техника тоже не выдерживает. Вот. Так вот, Юля, да, вернемся к тому, о чем мы говорили. Вот начались сеансы, и ну вот с тобой как бы понятно, ты успокоилась. А по Маше что стало меняться? Что произошло? Ну, так же и по ней, в принципе. Она тоже стала. Вот как мы проводили сеанс, она сразу становилась спокойнее. Вот я помню один такой момент, когда я позвонила Давиду и говорю, у меня ребенок не спит. Вот уже у меня на несколько дней не спит. Давайте как-нибудь проведем сеанс на сон. В эту ночь буквально она проспала у меня 11 часов. Вот, ну, то есть, такие вот вещи. Люди иногда или часто думают, что здесь есть какой-то элемент гипноза, внушения. Ну, собственно, предположение разумное, учитывая то, что лечение идет на расстоянии в несколько тысяч километров. Соответственно, думают, наверное, какой-то гипноз, какое-то внушение. А что может быть еще, вроде бы, без личного контакта? Ну, я сейчас уточню немножко. Гипноз подразумевает, что эффект длится на период сеанса, а потом как бы вот он, ну, кончается сеанс, кончается связь, и все приходит на свои рельсы. То есть все становится то же самое, если не хуже. Как было у вас? Да нет, ну никакого гипноза абсолютно не было. Вот, и я об этом и вам говорила тоже, что однозначно из моей депрессии, да, выйти из этого состояния, мне, конечно, очень сильно помогли сеансы. Я стала заново жить. То есть у меня появилась надежда, я на ребенка стала абсолютно по-другому смотреть. Если раньше я все время в ней искала недостатки. А по-другому это как? Вот, да, поподробнее. Ну вот я объясню. Раньше я все время в ней искала. Ага, вот это мне не так, вот это мне не так. Сейчас, на данный момент, я смотрю на нее, ну, я знаю ее проблемы, но я все равно отношусь к ней как к нормальному, обычному ребенку. И как это проявляется в вашей обычной жизни? Ну, сложно сказать, наверное. Ну, нет, ну вот смотри, если, скажем, понимаешь, что ребенок, ну, какой-то не такой, то вот я знаю, некоторые семьи говорят о том, что вот, ну, мы никуда не ходим, никого не принимаем, мы не хотим, чтобы вот окружающие там говорили, показывали пальцами или там говорили, вот, а что там с вашим ребенком и так далее, и так далее. То есть они как бы изолируют себя, вот, и в этом состоянии они оказываются, ну, как бы, как в своей скорлупе. А как у вас? Вот на этом давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим. Да, вот Юль пока подумает. Я поняла, я поняла. Я поняла вопрос, да.